Послу Армении в Израиле Армену Смбатяну предъявлено обвинение. Согласно сообщению пресс-службы Следственного комитета Армении, Смбатян обвиняется в содействии злоупотреблением со стороны бывшего министра культуры и по делам молодежи, а также в отмывании денег. По данным следствия, посол в Израиле одновременно глава общественной организации АОКС, армянское общество культурных связей с зарубежными странами, помог бывшему министру и замглаве АОКС Асмик Погосян в незаконном оформлении земельного участка в Ереване, на котором находится здание, представляющее историко-культурную ценность, собственность общественной организации. После этого здание и участок в результате формальной сделки на 550 тысяч долларов были проданы офшорной компании, зарегистрированной на британских Вирджинских островах, принадлежащей невестке министра. На основе собранных доказательств Смбатяну предъявлено обвинение в злоупотреблении служебными полномочиями и отмывании денег. В качестве меры пресечения избран залог в 20 миллионов драмов, около 40 тысяч долларов.